Ёб твою мать, настоящий жмал. То самый момент. Извините за опоздание. Извините за опоздание. Я лакец. Я дагестанец. Я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Этот чел конкретно про себя забыл добавить, я ёб, просто вот, просто так, типа, я вообще. Московский школьник выиграл международную олимпиаду по физике. Вот, вот, пацан учится, стремится, у него цели, все получается, а мой внук только в компьютере своем сидеть и может, тьфу, блядь. Сынок, подойди, смотри, что по телевизору говорят. Компьютерные игры вызывают зависимость, их надо запретить. Играют свое GTA, потом, блядь, ходят, грабят, нахуй. Жопа ебутся. Ну это да, и ой, что? Ой. Что, из-за этого надо, блядь, запретить игры теперь, нахуй? Нет? Нет, это нормально, это надо развивать. Что плохого, блядь, в этом, чтобы в жопу долбиться? Блядь. Правильно, Вован, ничего, кроме какой-нибудь болячку подцепить, конечно. Ну и вот такого свиста иногда. Многие меня спрашивают, почему я такой охуенный. А я им отвечаю, все потому... Блядь. Онлайн. Забыл сказать. Ну это уже было раз 20. Ай-яй, ты чё дерёшься? Ты чё дерёшься, сука? Раз 4000 стоит. Так, какая эмоция? Погоди, 4 уже? Да. Там региональные цены убрали. Да нахуй в эту помойку вообще играть, блядь. Пи***ть, я как со стримом туда не зайду, всё время обоссывают, блядь. Даже играть не научишься, блядь. Вот, ну, не понимаю, как в него играть, правда. Ну, не очень, не очень, не очень. Расстреливаем. Четко повторяйте за мной. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Колабри лавировали, лавировали, да не вылавировали. Блять, это вообще троллинг или что? Райан Гослинг. Нахуй отсюда. И чё там было, нихуя? Чё у меня на голове? Перхоть, блядь? В смысле, я голову не мыла. Сорта воняют? Воняет сорта? Почувствовал. Блядь, да, реально, слышишь? Могла бы, блядь, ну, не настолько, блядь, переигрывать. Просто посмотрите на этот шикарный... Блядь! Было, было, было. Это яйца или что? Ой, блядь, я видел это. Это что, американец огурчик, блядь, мол? Я банка разъебется, я думаю. Ой, тихо, тихо. Не понял. Скажи мудрые слова. Какие? Ну мудрые, блядь, типа ты умный, дохуя. Без проблем. Запомни. Если взять число 29, да, и прибавить к нему 1, то будет 30, нихуя себе. У
тоже где-то было. Да. У всех же есть беседа класса. Где вы там скидываете всякие фотки и делитесь информацией? Ну так вот, я не исключение. Когда мы постоянно переписываемся с классом, там есть какие-то исключения. Там постоянно кто-то может посраться. Извините, но я хочу высказаться. Меня бесит этот бисер! У меня уже все мозги болят про этот бисер! Бля, все девочки через какие-то телефоны разговаривают или что? Я прям в нее орал. Я могу отсюда убить чела? Я понял, кто удивляется с этого, блядь. Химию вообще придумали из-за того, что челу на яблоко упало. По-моему, ничего, такая девочка, да, пацаны, нравится? Кого-то напоминает. Гаечку? Блять. А я по столу уебался. А ну-ка, можешь уебать еще раз. Такой глубокий звук. Что? Вумен. Ну, вы, мы, ты. Оно, она. Прикольно. Когда моя мама увидела, что я купил себе VR-шлем, она сразу поняла, зачем я это сделал. Поэтому каждый раз, когда она брала в руки джойстики, она всегда протирала их влажной салфеткой. Но я его купил ради симулятора граффити, потому что я очень много рисую, а там бесплатная бесконечная краска, рисуй сколько хочешь. Я его сразу установил и начал рисовать. И в процессе очень много нужно было сидеть на корточках, чтобы низы делать, вот так подкрашивать. И у меня затекли ноги. Ну, я встал на колени вот так вот, стою, рисую, а в процессе еще как бы, ну, нужно баллончик встряхивать, да? Я его трясу, а все никак не трясется, не работает анимация. Да, мужик, мы тебе все поверили, всем чатам, прикинь. Он живет с мамой? Да, зачем он с мамой живет, блядь? Типа, я думаю, это погоди, мама с ним погоди, живет. Погоди, здравствуйте, вы где работаете? Ну, я граффити рисую. Блин, ребят, мы реально все верим в эту охуенную историю, блядь. Особенно с человеком, у кого волосы, блядь, дыбом стоят. В игре, думаю, может быть, не откалибровано, я его и вот так трясу, и вот так вот. Именно в этот момент, Еблан, к нему мать приехала. А зачем она к нему приехала? Ты сначала, блядь, перед тем, как обзывать, ты сначала подумай, что из чего исходит, понимаешь? Мама зашла пригласить меня к обеду. Сынуля, иди кушай. Ой, да, сейчас, мам, подожди, давай. Да Чел сам свою мать изобразил или что, блядь, странная хуйня. А вот это неплохая, слышишь? Вот это неплохая, Мартин, хорош. Чикай быстрее ты. Сынуля, все хорошо, извини, что без стука, ты занимайся своими делами, да? Господи, какой кошмар. Бля, пиздец, меня так раздражает, блядь. Ты чё, сука, тут на 5 минут пиздишь, блядь? Да-да, да, победи. Смотрите, кринж. Победи. Победили. Экс, бокс, экс. Блядь, пожить. Блядь, что ж за нахуй? Компания Universal после санкций. Блядь, иди нахуй. Ай, блядь, сука, нахуй, блядь. Ёбана, блядь, на жизнь, блядь. Блядь, короче. Хуйню, блядь, довели, блядь. Вов, чё? Короче, знаешь, какая хуйня была? Вот мама же точно так же ходит по магазинам. То есть вместо того, чтобы прийти взять одни джинсы, она такая, ну, посмотрим, где ты еще. И я с братом недавно ходил ему кроссовки брать, еще до всей вот этой хуйни, когда магазины были нормально открыты. Мы заходим, получается, в первый попавшийся покупаем, он смотрит на меня, хуй, типа, что, все? Я говорю, ну да. Ты не представляешь, как брат охуел. А ты их мерил? А ты трусы меряешь? Нет, их нельзя мерить. Можно. Что? Прикинь, девочки, блядь, в магазине нижнего белья реально трусы меряют, блядь. Кстати, да, у них. Ты смотрел или что? Откуда ты знаешь, что они меряют? Не, Виктория Секрет. Ну или потому, что я с девушкой живу, блядь. В смысле, нет, это правда. Там специальные трусы дают, блядь, бумажные. Что, блядь? Или что-то типа того, блядь. Померить хлопчатые трусы, да? Мерзость.
Мерзость. Это реально единственное, что приходит на ум. Бля, мне не знаю, мне кажется, это какой-то мем не смешной, блядь. У пацанов КД, блядь, через минут 5-10 спадает. У кого там ребенок орет, блядь? Цирилла. Извиняюсь. Цирилла, а что за хуйня у тебя там? Дети. Блядь, это охуенно, блядь. Эй, ты чё, дурак? Говоришь на меня, переводишь на дебетовую карту от Тинькофф Блэк. Это реклама! Ты еблан, это не реклама, блядь. Это реклама! Там была ссылка, я смотрел TikTok оригинале, там была ссылка. Это не реклама. Вов, ты реально думаешь, что это не реклама или что? Но это настолько охуенная реклама, блядь, если это реклама. Что, пошел ты нахуй. Тебе тоже заплатили, может? Нет. Все. Дрейк, ты проебал. Я не всегда буду включать, ладно, чтобы не заебало. Да-да-да, ладно. Сюрприз, мудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я разочарован! Как узнать, включен ваш компьютер или нет? Заходим в браузер, вбиваем сайт ismycomputeron.com и... Да, наш компьютер работает. Бэнг. На данный момент происходит психологическое давление на меня. Она хочет гулять, но ее взгляд не сильно убедительный. Царевич хочет домой. Ну тут, блядь, победа, ну согласись. Сейчас я тебе все расскажу. Камер здесь целая куча. Чтобы тот, кто их ставил, был готов к тому, что их обнаружит. Всего 64 штуки. На входе слышно, иди на хуля, ты не дома. Мадина, у нас с братиком ш... Глубина почти 20 сантиметров. Вот такая нестандартная лужа ежегодно появляется в этом дворе. Люди с одного берега на другой прокладывают себе путь вот такими досками. Но и они не всегда помогают. Те, кто посмелее, соревнуются в ловкости. Например, перепрыгивают эту лужу. Но не всех это получается. Охуенно, бля, профессионал. Макинтош, бизнес-онли, знаешь мое имя. Кидаю тейп, кидаю. Ох, блядь. Да, блин, ребят. Здравствуйте, я вот вам компьютер принес, у меня он синий экран вылез, посмотрите, пожалуйста, я его даже не отключал. Капец, как вы до этого додумались? А как же мне еще показать ошибку? Подключите его, пожалуйста, давайте посмотрим. Сейчас подключим, посмотрим. Не, ну синий экран-то есть, но вы могли просто сфоткать этот экран и прислать мне. А что так, можно было, что ли? Да что-то какой-то мем с одноклассников были, блядь. Ой, думал, сиськами голыми идет. Господи, показалось. Фух, блядь, я ж перекрестился. Блядь, я не могу это. Какая последняя операционная система Windows? Ну, выключил компьютер. Мы возвращаемся. По Clash of Clans, нахуй. Не актуально, заблокировали. Блин, Дрей, как же ты там в школе-то, блин, теперь? Какой школе, блядь? Ну, а у него ТХ-10. Университет, блядь. Алло, а чё Мартин притих? Чё притих? Да я думаю... Я просто не подаю виду. Чё?
каждый раз с этого, под любую хуйню, которую скажет Марвин, вообще можно это включать. И это уже как шутка, блядь. Блин, я так люблю жизнь.